Жители переулка Рабочий уже и забыли, как пахнет свежий асфальт. Эту дорогу, ведущую к десятку частных и многоквартирных домов, не ремонтировали несколько десятков лет. Вот так улица выглядела еще в начале июня. И такой ее столько, сколько здесь живет, помнит сочинка Ксения Новикова. Я живу здесь 30 лет, не было никогда ремонта дороги. За мое все, что я здесь живу, вот первый раз мы такую дорогу наблюдаем. Сейчас мы очень рады тому, что у нас есть дорога, так как могут и дети гулять, и пожилые люди у нас могут ходить теперь спокойно, не спотыкаясь и не падая. Сегодня отремонтированный переулок осмотрел глава Сочи Анатолий Пахомов. Он подчеркнул, дорогу планировали перестелить еще несколько лет назад, но сроки были просто вынуждены отодвинуть. Администрация города выделила деньги, а до этого почему хорошо не могли сделать? Потому что это был междворовой проезд. Междворовые проезды не являются у нас как бы программными. Тут же раньше было вообще садоводское товарищество. А потом, а там, на Красноармейской, там вообще дворовая дорога. Поэтому пришлось сделать так, чтобы эту дорогу сделать муниципальной дорогой. И никогда такой хорошей дороги, 50 лет живем на Красноармейской. И детскую площадку почистили, выровняли, лишнее срезали. Дорога теперь свежая и ровная, но весь вид портят припаркованные на обочине автомобили, которые мешают проезду, в том числе скорой и пожарной машинам, а еще захламленные частные дворы. Я всегда ставлю такую задачу, что мы обязательно вам сделаем и тротуар, и дорогу, но вы тоже сделаете для начала свои дворы, приведите в порядок. Нет, тут невозможности. Здесь просто надо брать, это руки нужны, тут даже деньги не нужны, тут много хлама. 12 миллионов рублей столько было потрачено на ремонт переулка Рабочий и улицы Красноармейской, откуда он берет начало. Вот этот участок перестелили буквально на днях. Раньше жители о ремонте только мечтали, а теперь новой дорогой наслаждаются и пешеходы, и автомобилисты, даже самые юные. Сегодня в Сочи начался такой масштабный дорожный ремонт, которого город не помнит со времен Олимпиады. В списке 97 улиц из краевого бюджета. Городу выделена беспрецедентная сумма – более 500 миллионов рублей. Первый транш – 250 миллионов. Уже полученный ремонт идет на 45 объектах во всех четырех районах. И не только на центральных улицах. Вот, например, улица Звездная в совхозе Приморский. Дорога, которую ни разу не ремонтировали с советских времен. В Большом Сочи все магистральные улицы – улицы, дороги, которые соединяют районные центры и села, они в хорошем состоянии. И слава богу, у нас появилась возможность вот добраться уже до межквартальных дорог и для дорог, которые находятся у нас в совхозах бывших. Сегодня и всю улицу Звездную отремонтируем, и Новороссийское шоссе хорошо отремонтируем. И естественно, что это очень серьезный шаг вперед и для жителей совхоза Приморский, и, конечно, для всех жителей города. И, в принципе, Новороссийское шоссе можно использовать как и объездную дорогу параллельно нашей основной дороге, которая соединяет Адлерский район и Сочи. Второй транш, еще 258 миллионов, город получит в сентябре. Тогда начнется ремонт еще на 52 улицах. Кроме того, выделен 31 миллион рублей из городского бюджета. Эти средства направлены на ямочный ремонт отдельных участков. Одним словом, городские власти делают все для того, чтобы сочинцы могли комфортно передвигаться не только по центральным магистралям, но и даже в самых отдаленных уголках курорта. Инга Габеша, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.